Поэтому вы можете посмотреть. Он от моего имени договора подписывал аренду этой квартиры. Это все там можно. Можно еще раз уточнить? На награждение включать музыку, которую вы скинули? Вот это. И она будет по кругу. Да. Но нет, еще там я вам скину. Есть там еще музыка, там такая бойцовская. 6-7. 6-8. 6-7. 6-9. Не то, чтобы там одна мелодия. Вот. Это не стоят, не купили. Я дурак. Общий балл 22. На задание приглашается Елена Иванова. Готовится следующая категория. Девочки 12-13 лет. Готовится Качана Снежана. Оценки 6-6, 6-6, 6-7, 6-7, 6-6. Общий балл 19-9. Не забывайте, что первый высший и низший балл все равно убирается. Я вообще со всеми. Шу! Кого фигачить надо? Я готов.
записывай. Сказал отфигачить. И так записывай. Оценки 6-9, 6-8, 6-9, 6-9, 6-9. Оценки 6-9, 6-8, 6-9, 6-8, 6-9. Так, без пайка у нас он ушел, да?
Нет, он у меня представитель. Он где-то здесь. Да. Че? У меня детей выводят. У меня просто взрослого больше нет. Он завтра будет в строю, судьи здесь стоят. Слушай, я наверное, его тоже тут оставлю, потому что... Не, оставишь, но пусть на аппарат судьи. Если нет, я его уберу просто из сценария, то что его не будут там озвучивать. А, нет, его можно вывести, да, он забыл, просто... Ну, все, как да, на подхвате, на всякий случай. Он за команду берет. Оценки. 6-7. 6-9, 6-8, 6-8, 6-9. Смотри, 6-7, 6-9, 6-8, 6-9, 6-9, 6-8, 6-9, 6-8, 6-8. Так, значит, близко 6-7, 6-9 дошло. Напомни, пожалуйста, Q или спалька какой? Общий балл 25. Вообще никакого. Я вам в заявке написал 60. А тогда приглашается Демидова Марина. Готовится Ролана Екатерина. Общий балл 27. Назаров дальше стал. Тогда мы приглашаемся к Володе Кузьмину. Готовится Тишин Григорий. Потом
уже все. Второй круг у нас пойдет. Как? Финансы на ней. Ей! И здесь тоже много все прошли. Эй! Кофе напоить. Дополнительно выделить. Оценки. 6,6, 6,8, 6,7, 6,8, 6,8. Сказать по сравнению с предыдущими годами мы в принципе выросли, потому что у нас катагруппы не было. Согласен. И вообще столько участников ката не было. Да и по организации это поприличнее уже. Оценки 6,8, 6,7, 6,9, 6,8, 6,8. Аня, Ань, не отпускай, пока мы не объявили общий балл. Да. 24. Общий балл 24. Yeah.
Здесь очень сложно, у него 4 команды. Да нет. Давайте ее централизовать. Дело не в этом. Дело в том, что она сама по себе не очень такая. Что сделать замечание, оставить сигнал девочки своей, которая как-то. Блин, надо было на эту группу на поверхности. Надо поговорить с ним. Смысл в том, что понимаешь. 7-0, 7-0, 7-0, 6-8. Да, да. Это во-первых, во-вторых, тут смысл. Общего 28. Казачьего войска, правильно? Казачество, да? Как правильно? Польского, хуторского, центрального. Ката? Только вот мои. Твои? Да. А, ну все. Хуторского, казачьего общества. Я смотрю, где все. Александр, можем и будем готовиться. Погоди, а что, если выступить? Ну, ну все, ну, спасибо. Завтра ждем вас. Там просто еще одного человека надо искать. Того даже не, да. Не знаю. Добро. Кого-то добро. Найти, смешанную сделать. Давай попробуй сейчас. Да, 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 спасибо. Оценка 6-9, 6-8, 6-9, 6-8, 6-9. Общий балл 26.
На татами приглашается Кришна Медведева, президент Артем Шабалов Елисей. Готовится к этому 14-15 лет. Готовится к полному болезни, к полному болезни, к полному
вышел второй в три команды. Но у нас одышка появилась после прокрутки перекатов. Три, по-моему. Три. Или нет? Три. Так, так, стоп, а куда я сейчас записываю? Да, все. Оценка. 7-1. 6-9, 7-1, 6-9, 7-0. Общий балл 21 балл. На тогда приглашается. Уголова Елена, Уголова Сократ, Волкова Валерия. И приготовиться у нас 20-20 лет. Так, что-то я не пойму. Андрюшин здесь, но здесь. И Андрюшин здесь, первый там. Это там кто-то в двух группах выступал. Что я не понял. Ну, 20-20 лет, получается, нет. Значит, это те же самые люди, что и здесь поделаем. Ну, давай протокол регистрации посмотрим. Возраст, как реально. Регистрация. Так, давайте еще побольше, мы сейчас будем записывать. Заканчиваем. 12-13, записываем. Записываем. Да, значит, в объем. Это будет. Давайте. А просто я, видимо, по зоопарке забил не те фамилии. Там вот это вот, кстати, пропущенные, там Булавин, Макарчук и один из апатит. Вот 12-13. Оценки 7-0, 6-8, 6-9, 7-0, 6-9. Давайте, мы же на стадии проверки это все скидывали, все сказали, что давайте тогда их не будет. Посмотрим еще раз, значит, 28. Общий балл 28. У нас в категории 12-13 лет можно поставить, возразить, 12-13 пройти на регистрацию. Так, еще все пусть покурят, куда надо. Так, открываем. 12-13. Не сюда, регистрацию. Не сейчас, подождите, я сейчас сразу. Ката группа. Вот, регистрация, ката группа. Булавин, Оксана, Карчук и Кирилл. Вот их вставляем. Это 12-13. Да. Так давай пусть сейчас выйдут, а потом мы просто напишем. Сейчас они скажут. Все просто, смотрите. Здесь Ctrl-C, грубо говоря, Ctrl-V. Это просто я вбил не тех людей. Вот они 12-13. Вот они так и пойдут. Мы сюда сейчас их воткнем. Вот они, пожалуйста, вам. И вот они. Ну да, это уже там поправите, там это быстро, грубо говоря. Вот. И Ильичев туда-сюда. Это к следующему кругу можно в перерыве там или как-то сделать. А тогда не получается. Как это было? 13-13 лет. Ильичев, Георгий, Качанова, Снежана, Тищенко, Виктория. Готовятся. Таня, Ирина, Лавинов, Никита, Качанова, Снежана. Костя, если нужно, я сейчас закончу, кофе попью, чуть передохну и могу тебя поменять здесь, а ты можешь посидеть, если тебе желание было центральным, то не где-то. Да не, я лучше вставать.
такого не было. Шмотки какие-то валяются там. Оценки 7-1, 7-0, 7-0, 7-0, 6-9. Общий балл 21 балл. Вам чаю добыть? Да, чаю. Да. Тепленькое. Вот это холодно. Да не, мы на перерыве вместе с Андреем Алексеевичем вместе с тобой. Оценки. 7-2, 7-0, 7-1, 7-1, 7-0. Сразу будет. Оценка 7-1, 7-0, 6-9, 7-1, 6-9. Thank you.
Спасибо, молодец, хорошо все. Аня, мы уже все пригласили. Так, да. Мы еще... Сейчас все. Центр 6-7, 6-7, 6-8, 6-7, 6-7. Центр 6-7, 6-8, 6-8, 6-7, 6-9. Готовится.
Общий балл